Дорогие земляки, я искренне поздравляю вас с Днем Светлого Христова Воскресения. В этом году мы не празднуем Пасху так, как привыкли. Но именно сейчас мы, как никогда, осознаем глубину и суть этого дня. Мир, любовь, доброта к ближнему, милосердие. Сегодня вся Украина объединилась в молитве за мирное украинское небо. Мы молимся о том, чтобы жить на свободной земле, расти детей и смело смотреть в будущее. Пусть наши сердца будут всегда открыты друг для друга. И в это тяжелое для нас время мы обязательно будем вместе, единым целым, а значит, непобедимыми. Божьей милости всем нам. Пусть Господь хранит Одессу и Украину. Христос воскресе!